Вот вам пример настоящей имбы. Это Type 71, который, по моему мнению, сейчас занимает первое место по бронированию. И герой выпуска на Кастильи в этом бою подтверждает полностью мои слова. Пока он решил разобраться с вражеским захватчиком ИС-8, прошу обратить ваше внимание на сетап. Это просто мечта. Столько хп на открытой карте. И игрок знает, где ему находиться, чтобы нанести урон. Это реально убойное дуо. Аккуратненько от борта он танкует вражеские снаряды и раздает плюшки направо и налево. Глупые красные пытаются его пробить с такого расстояния, но получилось это сделать лишь немногим. Ребята, под этим видео в комментариях я оставлю почту для ваших реплеев. Возможно, именно вы попадете в следующий выпуск. И когда у противника остается мало хп и счет уже явно в нашу пользу, герой начинает ехать и давить остатки врагов. Без особых усилий последних два тяжа уходят в ангар, и в конце боя японца уже ждет медалька мастера и 4500 натанкованного урона.